Привет всем, кто смотрит данное видео вместе с мной, с вами Пумба, игровой канал Тимон Пумба. Нам мы продолжаем с того же места, где я помер. В общем, тут самое прикольное, я думал, сейчас, короче, я же тут этот умер, не сохранялся ведь. Кстати, сейчас это сделаю, вдруг я еще раз умру. Суть в том, что... Чё? Давай так не надо. Что я когда-то сражался, тут просто вот перчатка в воздухе зависла, вот тут она висела. Я думал, успею, короче, ее заснять, не успел. Все, я расстроился. Так, давайте, по старой схеме. Свистнули. Это сзади. О, где она там сзади? Так, куда нам надо? Давайте решаем. Бежим опять по вопросительным знакам, да? Ближайший вопросительный знак это вот куда-то... Куда? А, куда? Не знаю. Давайте сюда. Да, сюда. А, давайте вот сюда сначала. То есть мы сейчас из ворков прыгнем в деревню Штайнера. Конь, иди ко мне. Пожалуйста, плотва. Не трогай девочек. Иди ко мне, побежали отсюда. До деревни за... А, погоди, здесь деревья... Створки-то где? Я уже заблудился. А, створки вот туда. Короче, поняли. Вот по главной этой дороге. Так ты не стой под дождем-то, не будет холодно. Хотя, в принципе, и наконец-то я бы доскакал быстро. Да ладно, хрен с ним. Сейчас, короче, вот тут деревня это, да? Да, вот, 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 ну, все нормально. Лошадь съесть. Дай, слезь. Сейчас чихну. Я предупреждал. Спасибо. Вот. О, ни хрена себе, тут череп. Это ж, блядь, леший. Это ж череп лешего, я ж узнал. Погодите. Я перед тем, как идти к лешему, надо мне выпить зелье. Потому что я ему опять сру. У меня есть ласточка. Это эликсир, который делает, что восстанавливает здоровье. Отлично. А это херня, которая ускоряет восстановление энергии. Здоровье, энергия, здоровье, энергия. Ну, типа нормально, да? Мне сгодится. Восстановление энергии, здоровья. Все, все, как, все как и надо. Это первый вопросительный знак. А потом второй. Так, далеко. Так, запомнить главное. Перед тем, как начну драться. Хотя, что значит перед тем? Я могу и во время так-то будет. Тут можно и во время боя быть. Что радует. А то странный, знаете, ведьмак, который... Бой начался, но ты... В смысле, там кто-то махнул крыльями? Вот не надо этого делать, мне страшно. А, так это не то место-то, да? А где я лешего тогда нашел? Кто помнит? А, нет, стоп, это все уже. Так, там-то какое-то говно летает, я даже знать не хочу. Там глаз Саурона я вижу. Что они здесь делают, я не понимаю. Так эта херня наверху. И как я заберусь? Типа никак? Вы все видели? Ведьмак Геральт из Ривии только что, блядь, покатился. Место силы. Это место силы. Какого хрена? Это не то, что я рассчитывал увидеть. Блядь, ну давай ты не будешь кататься. Давай ты заберешься, только что так эпично заходил. Бля. Так, понятно, тут провал сразу, мы запомнили. Тут больше не надо идти рядом. Зато мы нашли место силы. Это поворот. Это внезапно. А место силы мне дает, как обычно, очки. Нужны мне на потрату. Потрату чего, я не знаю, на что я там трачу это. На Квена, Ирдена и Макси. Так, мне типа аккуратно как-то надо тут пройти, так, чтобы не скатиться, не упасть. Магия — это место силы. Здрасте, тут труп. Это, видимо, человек вот долго взбирался, куча раз падал и устал. Зачерпиваю. О, одну очку умений получил. Нормально все. Это хорошо. Вот это нормально. Вот это мне нравится. А, это не труп, это сундук. Блин, тут был всход. Прикинь.
прикиньте, здесь тропинка есть. Я легких путей не ищу, серьезно. Я откуда? Вот как можно было? Да так-то можно было. Да есть. Это незаметная тропинка, серьезно. Это очень незаметная. Это не для меня. Как обычно, слона-то я не приметил. Большая вывеска, название. Сбербанк. Что ты видишь правильно? Это примечание, которое там мелким шрифтом написано. Где там он адрес. Вот я, вот это я, это про меня. Сейчас вот крупно было. Леший, здорово! Это ты типа решил меня найти? Погоди. А, да. Стоп, погоди, ты ж леший, блядь. Блядь, погоди, мне надо Квен. Не Квен. Да не Акси. Ирден, все, да иди сюда, ты говно сраное. Ты меня ретит. Блядь, он переместился. Здорово, 20 уровень, леший. Блядь, собака! Волков в предыдущий раз не было, вот это поворот. Так, он перемещается и бьет. Хер тебе. Я помню, как ты меня убил. Слышь ты! Что говно-то сраное, ты прикинь, мне этот волк просто жизнь упортит. Иди-ка ты нахер! Блять, он задрал! Ты прям меня напряг... Да иди ты нахер, волк! Серьезно, откуда ты взялся-то? Блять, он волков призывает, что ли? Не, пизду, с волками я не готов драться. Я там призраки были в предыдущий раз. Бля, что, я труп, что ли? Не ведьмак, иди нахер, волк! И ты иди нахер! Леший, иди сюда. Фига ты как рядом оказался. Давай, я тебя в ловушку. Попался. Ой, переместился. Погодите, сейчас. Я там кажется. Не попал, да, по мне? Печаль. Так, тихо. Он перемещается. Я так и думал. Давай, иди сюда. Ну, чё? Все, что ты можешь. Воу, ты где? Стоп, с какой стороны? Вот, сзади, понял. Ты всегда пытаешься идти за зад. Фу, за зад. Чё орёшь-то? Слышь, не призывай никого, говно! Он как нач... О, а чё это вороны были? Он типа тоже как эти... Йеннифер. Ворон преобладающий. Призывающий. Стоп, вот у меня, смотрите, есть какая-то вещь, я типа могу... Пока я с вами болтаю, чуть не помер. Он, короче, я могу типа этот... Вот агрессию. Как начать агрессию, блядь? Серьезно, я агрессию докопил. Я хочу втащить ему агрессии. Я аж агрессивный ведьмак. Иди сюда. Чё ты призываешь-то? Блядь, он призвал, ну прикинь. Собак призвал. Я ебал этих собак. Собаки хуже, чем призраки, серьезно. Вот он сейчас ударит. А, о, я призвал Бэмби. Все, мы сейчас Бэмби будем драться вместе. Так, тихо, ты где? Здорово. Не призывай собак. Не призывай собак, ты что, собака, блядь, вся четвертая, сука, блядь. Я теперь понимаю, почему ведьмаки матерятся. Да потому что тут... Хрен не поматеришь с этим говном. О, прикиньте, я ему кровотечение кинул. Блядь, он переместился. Поляка. Ах ты. Да куда ты? А ты прям в ловушку? Ты красавчик. Да куда ты? А, не. Да хорош, ты куда-то вообще в жопу мира переместился.
Вот то, что ты меня только в два раза сильнее, вот в два раза уровень у тебя выше, ты вот только из-за этого дольше держишься. Так бы я тебя одолел просто в путь вообще легко. Здорово. Не призывай. Ты где? Я испугался просто, я не видел, где он. Ну, серьезно, я его не заметил. Ага, сейчас. Чё ты свои корни-то пускаешь? Да хорош! Я тебя почти добил. Давай, подойди. Добро пожаловать, ловушку. Да погоди, удар ведь! Ты где? Иди нахер. Чё с тебя выпадет? А он как ломается жутко. Так, чё с него выпало? Мне с него выпало дерево. Тут спасибо, в другой... Я бы не нашел это ни в коем случае. Ну вот дерево прям это вот... В точку то, что мне надо было. Спасибо. Прям... От души, ведьмачи. Где бы дерево тут не найти посреди деревьев-то? Слава богу, наконец дерево будет. Сделаю себе буратино, который будет со мной ходить, носом всех тыкать. Когда меч сломается, так нормально, что взял, нос оторвал, ткнул. Причем сделать что специально, знаете, из осины. Осиновый буратино. Спросите, зачем? А у нас ведь... скажите, у ведьмаков есть этот... враги, эти... Как их там? Блин, да скажи, я скажу. Как это, эти... Не либери. Эти... Как... Кого осиновую колонну-то протыкают? Забыл совсем. Как это вот, скажите? А, и вот мы пришли здесь к самой интересной... К этому. Ко второму. Блях, сейчас с ним драться. Сейчас самое интересное, я буду драться с ним слабже, потому что у меня... нету прокачанных призрак. Ладно, здорово, призрак. Как это? Здорово. Иди сюда. О, призрак, попался в ловушку, все. Ты теперь осязаем. А, ты не осязаем. Я не дерусь. С неосязаемыми я не дираюсь. Не дерусь, не дираюсь. Меня эта песня уже напрягает. Я танцевать что ли должен? Я дерусь. Не такую песню надо включать во время. Это уместно ла-лай-ла-ла-ла-лай, когда я дерусь с какими-нибудь этими боссами. Там прямо ла-лай-ла-ла-ла-лай, по всей локации ла-лай-ла-ла-лай, конечно. Лишь бы не попал в тебя. Призрак, давай иди сюда. Призрак, сам иди ко мне. О, здорово. Блин, ну чё я люблю, призраки тупые. Они прыгают прямо в ловушку. То есть ты поставил ловушку, стоишь внутри нее, ждешь, он такой тебя заметил, пошел, телепортнулся прямо в нее, и ты такой хренак-хренак, и все, и трупак. Не хотел бы я после жизни стать призраком. Ну, кто-нибудь убьет. О, погоди, ладно, вот ты типа умный. Все, молодец. Со спины заходить, это некрасиво делать так. Со спины заходить. Трусом прослыть. Ну, видел? Я не только могу быть ведьмаком. Мне, короче, если что, я в барды задамся. Там как бы, учитывая, что Лютик пишет, так я как бы не хуже буду. Штаны? Кого? А, топорника? Растение, что ли, новое? Топорник. Лесорубы тогда назвали. Топорник. О, у меня цепь есть. Блин, перчатки топорника. А давайте, знаете чего? Может быть, мне просто... Блин, тут... Да, спасибо, что... Давайте, знаете, что сделаем? Опять ты, Иисус, здорово. Заколебал. Как выйти-то тут теперь? А, во. Давайте, короче, может, скрафтим... Кто этот? О, так я ж могу прочитать. У меня же есть Википедия. Смотрите, короче, заходим. Вот здесь написано. Волк. Это... Не гибрид. Не драконит. Не дух и призрак. Не дух стихий. Не инсектоид. Не огр.
Ни проклятие. Ни реликт. Вы заколебали. Трупоед, что ли, ты? Нифига себе, прикиньте. Этого не перевели. Не поняли, как вот это Игникси Фатуса. Ты кто такой-то? Реальные инфинисы в датусы какие-то. Туманник, гнилец. Так, погодите. У меня написано то, что... Было написано то, что новая статья появилась. Где он? Драконит. Нет. Дух и призрак. Нет. Дух стихий. Инсектоид. Огр. Какого хрена-то? Реликты, что ли, ты? А, леший, ты реликт! Против тебя действуют игни. Я понял, я не тем дрался. Мальтик против реликтов. Масло против реликтов. А у меня оно есть? Я умею делать масло против реликтов. Алхимия. Масла. Масла. Масло против вампиров, драконидов, магических тварей, огров, призраков, проклятий. Реликтов ты! Иди драться. Так, я выставляю игни. Игни я помню, на какой. Я открываю масло против... Да все, убери ты, я знаю. Ты меня всю игру учить будешь своими маслами, серьезно. Я знаю, где масла. Убери руку. Что ты делал? А, и я теперь смазываю. А, во как. А, во как. Что я сделал? О, прикинь. Прикинь. А я знал. Я травы хотел собрать. Слышь, ты, иди сюда. Сейчас этот реликт выйдет. Я теперь перед самым реальным, перед каждой битвой буду, перед тем, как драться с каким-нибудь сильной тварью, буду использовать. Серьезно, я могу скрафтить столько всего. У меня тут набрано-перенабрано. Ну, типа, я знаю, что ты там за этой дверью. У-у-у-у! Бабуля с флоренами, ты меня напугала. Я думал, это уже он. Вот, блин, в чем фишка, знаете? Мне сначала надо активировать АР, чтобы его выпустить, а теперь уходить. Ты где? Ты где, мужик? А ну вылазь. О, там отрава-то какая, я туда не пойду. Фигово, что у ведьмака нет противогаза. Это прям, блин, вот уже трава на меня. Нихера ты. Я только быстрее отравлю. Давай, это ты. Да туда выйди в дверь. Все, стои. Я тут постою. А куда я иду? Смысл какой у моего похождения? А, мне ж не показывает, куда идти. Точно. Мы же в гробнице. Когда в гробнице, мы... Ни хрена не видим, куда нам идти. А там еще вон эти твари. Ладно, просто побежали. Иди в жопу, призрак. Сначала я пробегу, потом я... Вот, все, я в безопасной зоне, теперь можешь драться. Иди сюда. Хотите поржать? Ты кто? Это не реликт. Это какая-то новая хрень. Это не леший. Я ебал. Я сейчас сдохну. Ладно, давай. Я готов. Иди сюда. Эким? Кто? Нет, ты не так жопа, блин. Это что ты, блин, за херня такая? Что это за какой говнюк? Вот это ты говно, Экимное. Блять, леший не такой страшный. А ты еще и пыль мне в глаза кидаешь. Ты как низко поступаешь-то. И кимора ты сраная. Блять, да он призрак. Он из состава призрачных. Разряд проходящих. Так, я понял. Против тебя надо Ирден. Вот, теперь Экима. Сейчас, смотрите, я открою новую статью.
И это будет написано, что надо использовать Эким против Экимы. Вы поняли. Смотрите. Это реликты. Это не реликт. Ни хрена себе. Трупоед. Блять, это даже не трупоед. Так это призрак, наверное. Духи и призраки. Я ебал, это не друг и призрак. Да кто ты такой-то тогда? Вампир, что ли? А, против него Игни надо было. Ни хера себе, у него еще и борода. Прикольно. А я думал, это он. А это борода. Все, я все сказал. Очень интересный. Вот самое интересное, смотрите. Мне вот говорят, что не надо есть во время того, как записываю. И как думаете, что мне сейчас предлагают? Типа, на, пожри. Пусть слышит, как ты... Больными-то... Да, доспех школы Грифона. Штаны школы Грифона. И сапоги школы Грифона. Сет школы Грифона мы нашли. И перчатки школы Грифона. Нихера себе. Снаряжение школы Грифона. Найти все чертежи школы Грифона. Спасибо, 4-6. Сука. Блин. Серьезно? Я думал, я все нашел, типа. Бляха. Школа Грифона почти полностью найдена. То есть я, в принципе, насколько я знаю, я тут все-таки читаю. Не знаю, читаете ли вы, но я читаю все эти, которые вам открывал... Ой, не открыл... Чего я ману-то? То, что... Это я вам не открывал, потому что, наверное, неинтересно. Там этот, скажите, обучение. И там написано, что если собираешь сет, то получаешь от этого какую-то прибавку. То есть у меня от школы Грифона уже 4 вещи. Я подозреваю, что от 4 уже какая-то будет прибавка. Смогу ли я сейчас, кстати, ее надеть? Напоминаю, я 10 уровень. Это не в ту сторону. Это... Блять. Ремесло. Вот. Доспех. Школа Грифона, да? Сука, 11-й! Зато, смотрите, то есть доспех я могу школу Грифона надеть. Где перчатки-то? А, так это доспех. Конечно, где перчатки? Доспехи. Чего бы нет? Компонент. Это не то. Куда ты смотришь? Перчатки. Школа Грифона, пожалуйста, 11-й. То есть они пизже, чем у меня. Да в разы пизже, чем у меня. И... То есть, смотри... Я собираю бонус за третью деталь, то есть я три детали собираю. Если вы расходите энергию на знак в стандартном режиме, следующий знак, наложенный в течение 3 секунд в стандартном режиме, не будет расходовать энергию. Понял? Я ни хрена не понял. Главное то, что что-то классное. Короче, если я накладываю знак и быстро накладываю знак, знак второй не расходует. Вот так вот. И ты после этого говоришь не собирать ни сет. Ну в смысле, зачем ты такие подсказки даешь? Так не делается. Говори уж как надо. Что это? Кто-то наложил иллюзию. Серьезно, это иллюзия? А, и выход. Ну, блин, этот... Вот этот... Монокль или что это, я не знаю. Очень удобная хреновина. О, труп. И чё? В смысле, она красным светится, это типа я должен ее исследовать, почему он нельзя? Где буковка F? В смысле? Алло? Алло? Ну ладно, у нас как обычно игры ломаются, это как бы привычное дело, поэтому давайте двигаться дальше. А в смысле давайте двигаться дальше? Давайте двигаться дальше уже в следующей серии. В этой серии мы все нормально. Вот мы от... Я сейчас гроту драконобой... Ой, далеко. Короче, здесь есть вопросительные знаки рядом? О, даже здесь вопросительных нет. Короче, я в следующей серии побежим до дерека, до деревни Штайнера. Я деревня... Прикинь, мой конь в деревне Сворки стоит. Это надо будет исправить. И мы прыгнем, вот как раз... господи, я прочитал к мосту матрасов. Вот к мосту матрасов прыгнем, и от моста матрасов побежим к другим определенным знакам, будем следить дальше территорию. Заодно новые доспехи откроем, там апнем 11 уровень и пойдем по заданиям 6 уровня. Потому что нам же их тоже надо выполнять, как бы. Сюжет это здание линии 6 уровня, пора бы их выполнить тоже. Немножечко. Найти все чертежи, и тут даже не изображено, то есть, типа, задание я отметил на карте, пожалуйста.
Мне говорит, просто ищи. Ну все, я на этом прощаюсь, я не в следующей серии. Всем хорошего, до новых встреч. Пока.